перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас особенный эфир. Первый эфир. Не такой, как всегда. Здравствуйте! Мы говорим о вечном, о былом, о том, что хочется, что желается. Да, друзья? Оверхайп, слава КПСС, антихайп. Да, друзья, мы летим, с нами летят года, минуты. Постигаем неизведанное, обсуждаем непонятное. Да, друзья, только так. Тепло-лампово, никто не мешает, умиротворенно. Великолепно. Да, друзья. Не хватает одного, не хватает, но сейчас мы это восполним. Мы это восполним. Да, друзья, так оно и есть. Летим и сопровождаем все своим великолепием. Это сейчас АНДС. Музыкант великолепный. Привет в Астану, в Калининград. Здравствуйте, друзья. Как вы поживаете? Рассказывайте, о чем вы думаете? Уже есть Google музыки? Уже есть? Как вы думаете, как далеко мы сможем улететь с этой планеты к хуям? Вторую часть концерта для клавира с оркестрами мажор Иоганна Себастьяна Баха исполнил оркестр «Английский концерт», солист и дирижер Тревор Пиннок.
творчестве нашего современника, композитора Алекса Норта, есть и симфоническая музыка, и мюзиклы, и на многих жанрах работал. Но наибольшую известность он получил как кинокомпозитор. Сейчас мы послушаем музыку Алекса Норта из кинофильма «Привидение». Исполняет Пражский симфонический оркестр под управлением Ника Ингмана. Бах, как известно, это музыка надмирная, божественная. Слушаем. Да, друзья. Радио Орфей. Всем советую Радио Орфей. Полетели вместе, друзья. Работают пусть рабы. Мы работать не будем. Мы не созданы, чтобы работать. Мы созданы парить, питать, плыть, как ихтиандры. Чем дальше, тем лучше. Демонически это выглядит, конечно. Как в школе, друзья? Что в школе? Надеюсь, никто из вас не пошел в школу. Прогуляли, как я. Пролетая над Чуйской долиной, пролетая.